В областном врачебно-физкультурном диспансере проходят занятия по акваэробике, которые нацелены на реабилитацию людей, перенесших хирургические вмешательства. Здоровый образ жизни является главной составляющей на территории нашего региона. Реабилитационный диспансер, изначально специализирующийся на восстановлении спортсменов, существенно расширяет свои возможности. На общественных началах оказывают комплекс восстановительных процедур пациентам с хроническими заболеваниями. В групповые индивидуальные программы входят занятия в кабинете ЛФК и акваэробика, которые пользуются большой популярностью. Акваэробика, она разрабатывается индивидуально. Есть специальный комплекс упражнений, который направлен на реабилитацию. То есть свободное плавание и свободное плавание. А когда уже занимаются индивидуально с инструкторами лечебной физкультуры, есть уже как бы комплекс мероприятий, упражнений, которые с положительной динамикой влияют на организм человека. Групповые занятия проводятся в сокращенных группах с соблюдением дистанции и предварительной термометрии. Ограничений и противопоказаний практически нет. Достаточно проконсультироваться с лечащим врачом и получить направление на лечебную физкультуру. Вода всегда она помогает, в общем, расслабляет и тонизирует, очень хорошо действует на организм общий. Также у нас ходят группы терапевтические, у которых артриты, артрозы. Вот. Тоже видимые результаты, они сами говорят, после бассейна они себя очень хорошо чувствуют. Пациенты получают массу приятных впечатлений после занятий лечебной физической культурой. Прохожу я здесь курс реабилитации после тяжелой операции по назначению доктора лечащего. И мне назначен бассейн, а также курс ЛФК. Занимаюсь я здесь уже где-то около года. И вы знаете, замечательные результаты. Диспансер активно сотрудничает с пациентскими организациями. На безвозмездной основе медицинское учреждение предоставляет залы ЛФК и бассейн. Как и все лечебные учреждения страны, мы участвуем в нацпроекте в программе информатизации. Кроме того, сейчас по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова создана так называемая WhatsApp-приемная виртуальная. Мы тоже к ней буквально днями подключились. Это поможет снизить напряженность и увеличить доступность медицинской помощи. Оздоровление ульяновцев – одна из целей реализации нацпроекта «Здравоохранение». Антон Никонов, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.